В Абхазии задержали разыскиваемого по делу о двойном убийстве Гарри Авицбу. В МВД самопровозглашенной Республики Абхазия подтвердили информацию о покушении на вора в законе Тенгиза Лакербая Тингулеш. По информации МВД, в ночь на 21 ноября в селе Нижнее Эшера неизвестными на автомашине марки Honda Fit были произведены выстрелы, по предварительным данным, в Лакербая Тенгиза Мурмановича 1976 года рождения. Позже машина была найдена сожженной. В МВД говорят, что проводят следственно-оперативные мероприятия. Однако пострадавшая сторона не написала заявление в правоохранительные органы и отказалась от дачи объяснений по имевшему место инциденту. Очевидцы произошедшего отказываются от дачи свидетельских показаний. По факту покушения на убийство Лакербая Т.М. прокуратурой Сухумского района проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении. Доследственная проверка проводится и по факту огнестрельного ранения Роланда Калбая, а также поджога автотранспортного средства. Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Тенгиза Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта Prime Crime, 8 июля 2021 года он был освобожден.